И в завершение выпуска: в садик, как в музей. Почти два десятка детских садов ждут ремонта в этом году в Риге. И к их будущему подошли со всей серьезности. Проекты выбирали настоящие искусствоведы. Должно быть искусство, должно быть использована эта среда, стенки, чтобы этот объект был таким, ну, уникальным, хорошим, цветным. Чтобы, если, допустим, вокруг какие-то дома не настолько, может, еще убраны, то есть не подготовлены, так что... И он должен быть таким центром. Но главное – это искусство и, главное, монументальная живопись. То есть это не просто какая-то один квадратик или полосочка. В общей сложности департамент имущества Рижской думы получил почти 70 проектов. Из них сегодня отобрали 11. По ним украсят фасады детских садов. И еще один проект выбран для 25-й средней школы на улице Рушину. С внешним видом еще 7 детских садиков разберутся чуть позже.